Thank you. And your step. Ну хорошо, едем на экскурсию на юг этого острова Гран-Канария. И едем на дюнах, которые называются Мас-Паломас. Так что новая экскурсия. Хороший день, тепло. Вот пятый там. Вот сейчас возьмем автобус. Следующий. Five, hello. Yes. Do you know that? Yes, maybe. Okay. Do you have masks? Yes, of course. Okay. Oh, no, thank you. Okay, пошли. From this port in Las Palmas de Gran Canaria is where we are right now, and we go southern to the southern part of the island. Gran Canaria is the name of this island. There we will stop in Mas Palomas, and after Mas Palomas we will go to, well, a little further to the southwestern part of the island, to Mogán, to the port of Mogán. There you will have some free time, and then we'll come back directly to the port, to the ship. Мы приехали на дюны Мас-Паломас, но в этот раз нам сказали, что стоянка будет всего 30 минут. Так как на дюны подниматься уже нельзя, почему-то запрещено стало. И просто полюбуемся пляжем и уедем в другое место купаться. Что абсолютно не было предвидено, но вот так в этот раз. А теперь все дюны видно хорошо перед нами. Широкие, большие. Ну да, они сделали новую дорогу. Да, но вот видишь, это все, что они тебе предвидено. И предвидели только 30 минут остановки. Нарочно, чтобы далеко бы не шли бы. Совсем уже вон пошли. Ну да. И тут до пляжа не дойти отсюда. Видишь? До пляжа не дойти. Тут далеко, видишь, где пляж? Да. Эти километр. Ну да, кто-то и говорил, что километр до пляжа отсюда. У нас совсем недавно, мы там останавливались. Точно. А где здесь план, где мы тут находимся? Ну вот, красный там пункт, где мы. Вот. Интересно. Ну да. Все поменялось. Да. Ну пойдем здесь. Yeah.
Наша первая остановка на экскурсии. Первая остановка в дюнах. В общем, удалось нам побегать по дюнам. Удалось побегать. Удалось. 30 минут здесь очень мало побыть, а просто. Надо. Вот, но нам удалось все равно. Залезаем обратно в автобус. Он нас ждет. Ну вот, наверное, последнее, как обычно. Маспаломас очень красивое городишко. Здесь такие дома частные, очень красивые. Низкие. Okay, did you enjoy the dunes? Yeah. One of the dunes, there's another tourist attraction, which are the camels. You can ride a camel. Well, more than a camel, it's a dromedary. Has only one. It's very, very new. You have a shopping center, you have the beach, you have wonderful views. It's a very nice place. Вот приехали на Пуэрто де Моган, и сейчас будем знакомиться с городом и пляжем. Наконец-то доехали, 2 часа ехали, еле доехали. Интересно, на карте будет тут впереди на выходе. Ходим по городу Пуэрто де Моган. Красивенький город, типа очень. Вода очень приятная, я не знаю, но 24 градуса, мне кажется. Да? Очень теплая вода. Да, просто выходишь, и здесь абсолютно даже температура, что в воде. То есть выходить очень комфортно, здесь нет ветра, но пляж замечательный. Песочек полностью заходишь, нигде ни камней, ничего. И вода очень такая мягкая. Но место, где стоит провести каникулы, это 100%. Ну да, пляж Моган. Ну да, ну хорошо. Ну вот не только, можешь. Но я пойду теперь, моя очередь. Пока, друзья, я иду плавать, так что посмотрим, какая вода будет. Давай, пойдем. Ну как? Да, вода теплая, хорошая. No one's asking me about you.
Мы ходим по бережной Моган, Пуэрто де Моган. Очень красивый берег. Ресторанчики повсюду, пальмы. Все здесь очень красиво. Инстаграмная площадка Моган. Красивые буквы поставили. The port. We'll reach it in 5-10 minutes. I want to thank you. Thank you very much for your attention. I hope you have enjoyed the tour, the weather, and hope to see you soon again. Some of you told me about coming back, so let's see. Экскурсия была замечательная. Мы увидели и дюны, и потрясающий пляж, который бы мы сами никак не обнаружили. Как он, Плая де Моган? Да, нет, Плая да, де Моган, Моган. А, Плая де Моган. Очень замечательное место. С теплой водой, без ветра, с потрясающе красивыми горами. Туда стоит вернуться, чтобы провести каникулы. Это открытие этого круиза на этом острове. Ну и дюны, как всегда, очень впечатляют. На дюнах можно провести полдня смело, гуляя, выходя к пляжу. Вот, друзья, пришли на пляж Лас Пальмас. Очень красивый пляж, широкий. Много людей загорают и купаются.
Вот, друзья, пришли ночью на конечный пункт Лас-Пальмас. Тут бушует море, скалы, и ночь приходит постепенно. Да, в этом месте дождик начинает, да-да. Ночь пришла, и вся молодежь собирается на пляже и играют вот всякие игры с мячиком. И там вдалеке все играют, там волейбол, там всякие разные есть состязания ночные. Конец нашего замечательного дня на Гран-Канаре. Мы провели восхитительный день, ездили в очень красивые части острова, купались, загорали. И после обеда мы пошли прогулялись по набережной. Здесь очень красивая набережная в городе. И провели чудесный день.